Говорят, спать будешь вот здесь, другого места нету, ковер просто так раскатали. И ты спишь на ковре в столовой, а столовая это 6 каменных столов стоит. Вверху сетка под открытым небом. Ты видишь звезды, ну, с одной стороны романтично, с другой стороны это было, по-моему, в декабре. Не холодно еще. В декабре нормально, в феврале уже было бы холодно. Дали чем-то укрыться, каким-то одеялом. Сразу забегая наперед, скажу, что когда я вернулся домой, у нас завелись клопы. Я 100% оттуда привез клопов. Клопы – это такие твари, которые кусают человека ночью, пьют кровь. Меня не кусали, кусали только жену. Жена не могла спать нормально. Нам потом пришлось диван выбросить, все вещи выбросить. Многие, ну, тоже стресс за стрессом, стресс за стрессом.